Добрый день, дорогие друзья! Да, именно дорогие друзья, потому что на такие события, которые происходят один раз в жизни, собираются только настоящие друзья. Сегодня день необычный для тех, кто 11 лет тому назад впервые переступил школьный порог. Позади остались школьные годы учебы, государственная итоговая аттестация. Теперь они выпускники, перед которыми стоит непростая задача сдать свой первый экзамен на взрослость. Сегодня мы будем чествовать не просто выпускников, а выпускников, которые на протяжении всего периода обучения показали высокий уровень знаний, умений и навыков по всем предметам. Учащихся, которые достойно защищали честь школы и города на предметных олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных турнирах. Итак, встречаем наших выпускников, медалистов! По результатам 2017-2018 учебного года 52 выпускника сегодня получат аттестаты особого образца и заслуженные медали за особые успехи в учении. На церемонию вручения медалей пришли родители, педагоги, гости, одноклассники. Открыть церемонию вручения медалей за особые успехи в обучении мы приглашаем главу города Клинцы Шкуратова Олега Павловича и заместителя главы Клинцовской городской администрации Никулина Юрия Николаевича. Дорогие выпускники, каждый из вас – это талант, яркий и индивидуальный. Ваши победы – это начало большого пути, который, я уверен, вы пройдете достойно. Уважаемые педагоги, огромное вам спасибо за то, что вы вложили силы, знания, душу и подготовили таких замечательных, творческих и целеустремленных ребят. Большое спасибо родителям, которые поддерживали и поддерживают своих детей, верят в их успех. От себя лично и от депутатов Клинцовского городского совета желаю всем выпускникам не останавливаться на достигнутом. Удачи и успехов вам на избранном пути. Прославляйте свое доброе имя, свою школу, своих педагогов и наш замечательный город Клинцы. В добрый путь, дорогие выпускники! С чувством особой благодарности обращаюсь с уважением к учителям. Примите искренние слова благодарности за ваш труд и преданность своей профессии. Здоровья вам, благополучия, новых талантливых и ярких учеников. Уважаемые родители, сегодняшнее торжество – большое событие в ваших семьях. В зале повзрослевшие дети. Вы передали им все самое лучшее, сделали так, чтобы они смогли достойно выдержать первые жизненные испытания и одержать победу. Спасибо вам за ваших детей. Дорогие выпускники, медалисты, в добрый путь на покорение новых вершин. И пусть вам во всем сопутствует удача. И от своего имени и от имени главы Клинцовской городской администрации Александра Игоревича Морозова мы вам желаем только добра, успехов и удачи. Мы начинаем церемонию вручения медалей. Приглашаем на сцену медалистов гимназии номер 1 имени Юрия Алексеевича Гагарина. Батюченко Евгению Николаевну. Будь Анастасию Владиславовну. Владимировну.
Лисницкую Анну Геннадьевну. Алину Дмитриевну.
Алексея Александровича. Мы приглашаем на сцену заместителя директора КИДС Татьяну Викторовну. Общеобразовательной школы номер 4 имени Владимира Ильича Ленина. Бондаренко Сергея Владимировича. Иванченко Кристину Николаевну. Юрию Юрьеву. Подняться на сцену и присоединиться к своим выпускникам-финалистам. На сцену приглашаются медалисты средней общеобразовательной школы номер 5 имени Николая Островского. Мельникова Виктория Сергеевна. Присоединитесь к своему выпускнику. Носенко Юлия Алексеевна.
Владимирович. Приглашаем на сцену Татьяну Александровну Храмченкову, директора школы. Горбановскому Андрею Романовичу. Владиславу Петровичу. Мы приглашаем на сцену директора школы Валентину Николаевну Храмченко. Приглашаем на сцену выпускников средней общеобразовательной школы номер 8. Боярко Юлию Николаевну. Шелковую Анну Сергеевну. Особые успехи в обучении награждаются выпускники средней общеобразовательной школы номер 9. Гетун Дарья Олеговна. Виктория Сергеевна. Thank you.
Мария Сергеевна. Мария Александровна. Мы приглашаем на сцену директора школы Короленко Ольгу Владимировну. Приглашаем выпускницу Ордонской средней общеобразовательной школы имени Михаила Николаевича Плоткина, Лысову Дарью Викторовну. Виктор Иванович, мы просим вас подняться на сцену. Награждение медалями за особые успехи в учении на сцену приглашаются выпускники-медалисты Займищенской средней общеобразовательной школы имени Федора Григорьевича Светика. Зинченко Мария Владимировна. Анастасия Сергеевна. Александровна, присоединяйтесь к своим выпускникам-медалистам. Мы приглашаем на сцену для вручения медалей выпускников Клинцовской кадетской школы «Юный спасатель» имени Героя Советского Союза Сергея Игнатьевича Постевого. Куренко Владимира Николаевича. Просим Ирину Николаевну подняться на сцену к своим выпускникам-медалистам. Вот они, гордость нашего города, наших школ. Родителей России. Фото на память.
Желаем добиться всего, что наметили. Никогда не упускайте из вида свою мечту. Следуйте за ней. Мы верим. Все в жизни у вас получится. Вот и Юлия Чуйко утверждает, что все мечты обязательно должны сбыться. Все собравшиеся в зале, я думаю, убедились, что мечты могут сбываться. Для выпускников этого года, для нас, первая маленькая мечта осуществилась. Мы — медалисты. От имени всех выпускников я хочу поблагодарить учителей, родителей, наставников, которые вложили много сил, чтобы мы стали участниками этого замечательного праздника. А вам, ребята, хочется пожелать дальнейшего исполнения желаний, хороших и верных друзей рядом. Верьте в мечту. По сложившейся уже традиции, с напутственным словом к вам, уважаемые медалисты, обращается директор школы Короленко Ольга Владимировна. Надежда! Города, надежда каждой школы, надежда каждого учителя – это вы. Нравственного вам здоровья. Быть личностью, быть гражданином – это важно. Мы надеемся, что добро будет рядом, что вы – единственные неповторимые, наши дорогие милые ученики – идете в дорогу, светлое свое будущее, с тем, что желаем мы вам – мира, добра и того, что каждый из вас таит в своем сердце. Счастья вам, родные мои! Все ветры возвращаются на
Успехов тебе, медалист! Счастливой судьбы и удачи! Пусть знаний волшебный родник поможет решить все задачи. Пусть станет доступной мечта, исполнится море желаний, пусть радует жизнь красота, и найдено будет призвание.